Поехали. Притормози, уходи. На дорогу на белую смотри уже. Вот, все. Нужно это понять просто, где тормознуть, где газануть, понимаешь? Выбирай место для остановки. Учиться тебе вот где газануть, где ее. Да, надо. Тяжело еще это вам объяснить, чтобы вы поняли. Потому что когда говоришь газуй, выпустить. Так, для остановки или для стоянки? Так хоть для остановки. Для остановки нужно тут сделать. Потому что стоянку так тут нельзя. Ну что, я тебя поздравляю. Что? Ты сама сказала про знак. Остановка запрещена. Поехали. Крути руль, пока нету никого.